Hello. Today, the Durdy Bayramov Art Foundation hosts its first external exhibition, Contemporary Crimean Tatars Art. The exhibition will go on for 1 week, from November the 25th until December the 2nd. All are welcome. Selam aleykum, saygılı dostlarımız. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы очень рады приветствовать всех на первой выставке крымско-татарских мастеров в Канаде, в городе Торонто. Эта выставка была организована группой энтузиастов крымских татар, проживающих в Канаде. Добрый день! Я хочу вас поприветствовать в этой прекрасной галерее. Галерея Дурды Байрамова, которая на сегодня и на ближайшие дни приютила нашу крымско-татарскую выставку, выставку наших мастеров. Это живописцы, это керамисты, вышивальщики, вышивальщицы наши крымско-татарцы. Ну, от имени организаторов выставки я хотел в первую очередь сказать большое спасибо Durdy Bayramov Art Foundation за то, что мы проводим такую прекрасную выставку в их галерее.